20 мая ведущей исполнится 45, но поклонники всегда отмечают, что Алиса Судзиловская выглядит моложе своих лет. У актрисы двое детей, но она смогла вернуться в форму после родов. Ради сохранения стройности артистка практиковала различные диеты и занималась спортом. У нее давно есть собственный план питания, благодаря которому Судзиловская не набирает вес. Алиса уверена, что в погоне за красотой важно обращать внимание на состояние кожи, стараясь сохранить ее упругость и эластичность. Современные способы похудения учитывают работу над этой проблемой. А недавно Судзиловская рассказала, как прошла курс процедур, которые помогли ей в борьбе с локальными жировыми отложениями, трудно поддающимися удалению даже при соблюдении канонов здорового образа жизни. По ее словам, в клиниках огромное бьюти-меню, но ее привлек самый безболезненный метод косметологического воздействия. Процедура криолиполиза с воздействием холода помогает обрести идеальные формы, борется с несовершенствами фигуры. Результат превзошел ожидания, эффект подтянутости стал ощутим очень скоро. Даже спустя неделю после процедуры поделилась Алиса в микроблоге. Алиса Судзиловская занимается йогой, ходит к косметологу и правильно питается. Фото. Инстаграм ведущая подчеркнула, что при правильном питании результаты сохраняются на месяцы. При этом необходимо несколько сеансов криолиполиза, чтобы получить ощутимый эффект. Однако аппаратная косметология имеет противопоказания, поэтому перед посещением клиники Судзиловская проконсультировалась с врачом, решившись на модную процедуру только после одобрения специалиста. Поклонники актрисы в очередной раз восхитились целеустремленностью кумира. «Нет предела совершенству, вы и так стройны, но продолжаете работать над собой», — похвалили подписчики. «Вы прекрасны без всяких клиник». Зачем все это недоумевали пользователи? Алиса Судзиловская сохранила фигуру после рождения детей. Фото. Инстаграм. На Судзиловская уверена, что никогда не стоит останавливаться на достигнутом. Ее снимки из отпусков убеждают в этом поклонников. Каждый сезон актриса демонстрирует все более подтянутую фигуру в купальнике. Ведущая не скрывает, в чем секрет ее стройности. После насыщенного отдыха Алиса возвращается к привычной схеме по 4-5 приемов пищи в день небольшими порциями. Она ведет питьевой дневник, так как считает обязательным употребление 2 литров воды в сутки. Эти несложные правила вкупе с физической активностью помогают артистке оставаться в форме. Клэс Пост. 626 352 подписчика.